Кирпичная кладка отходит от здания номер 150/4 на улице Гущина в Барнауле. А ведь дому менее 10 лет. Житель предполагает, что фасад на уровне технического этажа дал трещину из-за недавней проблемы в виде затопления. Вот летом у нас, в конце лета уже ажиотаж был, что течет крыша у нас. Вот. Вроде какой-то ремонт сделали. Сначала все совещались и голосовали, чтобы за чей счет это делать. Управляющая компания, значит, вроде сумму выставила определенную, чтобы на жильцов. Власти Барнаула уже приняли во внимание проблемный участок и устроили экстренное собрание рядом с домом, по итогам которого решили, что эвакуация людей не требуется, однако ввели режим повышенной готовности. Также поставили ограждение, предупреждающие таблички. Однако заявленного круглосуточного дежурства полиции наша съемочная группа не заметила. Управляющая компания отказалась давать комментарии. По словам местных активистов, уже нашли специальную вышку, чтобы решить вопрос с кирпичной кладкой. Пока же сами жильцы не сильно беспокоятся. Ну, со стороны фасада я не вижу каких-то серьезных обрушений. Просто пару кирпичей, наверное, упало. Еще ничего не известно толком. Между тем, у дома есть еще одна проблема в виде соседствующей стройки. 3 года назад мы уже об этом снимали. Суть в том, что между двумя домами много лет хотят сделать 10-этажку. Однако места слишком мало, а нарушений в проекте было много. И его отозвали. Законы сменились, и в этом году архитектор попробовал еще раз отстоять детище. Однако градостроительный совет снова отказал, по тем же причинам. Но, как мы видим, возможно, оно и к лучшему. Ведь при нынешнем состоянии соседнего дома опасно проводить какие-либо серьезные работы на объекте. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.